Доброе утро. Вам помочь? Хочу взглянуть на пистолет-пулемет Томпсона и автоматическую винтовку «Кольт-монитор» там наверху со специальной рукояткой. Автоматический «Кольт» и «Смит» 1917-го за ним. И винтовку «Спрингфилд» 3-го года. И тот «Ремингтон» 11-ю модель. На 28 дюймов или на 20? Нет, с коротким стволом. Ну что же, тогда я беру. Что именно? Все. И на кого вы собираетесь пойти с таким арсеналом, если позволите спросить? Да, сэр, я позволяю.